В эфире «Гомель», и это студия на Пушкина 8. Жизни Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Современная библиотека – это уже давно не только книги, хотя по-прежнему вокруг них все вращается. Сегодня в студии на Пушкина 8 говорим о том, какой быть библиотеке будущего и что необходимо для того, чтобы сюда не зарастала тропа. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Директор Гомельской областной универсальной библиотеки Марина Рафеева. Марина Сергеевна, рад видеть. Гости, просим. Инициатор многих библиотечных и музейных проектов в Гомеле, кандидат экономических наук Валерий Селицкий. Валерий Степанович, добрый день, рад видеть. Главный специалист отдела культурно-просветительской работы Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома Татьяна Забияко. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Заведующий кафедрой, доктор филологических наук, профессор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Иван Штейнер. Иван Федорович, милости просим. Иван Федорович, все мы знаем, что ваши книги есть в библиотеках региона. А что нужно делать авторам, чтобы их литература была востребована и интересна и молодежи, и людям постарше? Но это проблема одвечная. Вообще, часы письменники імкнулися притягнуть увагу не только до своего твора, але и до самого себе. Вспомним, как Маяковский опранал свою тую желтую кофту, чтобы он хотел уразить всех. Например, начинается, когда поэты заумные, как они называли сами себе, пишут афишу, так они пишут «пощечина общественному вкусу». Одразу, чтобы всех притягнуть до себе. И вот тут можно самые разные формы створать. У тим лику и пропаганда говорит, бери свои верши, читай, вот узмацняльник, гучно говоритель, и читай там сам их. Або повесь на шию, так как носят эти объявы, что там сдаются готели, и ходи туда по городу, может кто-нибудь тебе прочитает. Короче, кажучи, молодые делают перформансы такие специально, как пропагандовать свои творы. А я вот згадываю, как отбылася чудовная презентация моей книги про кота воеводу этой смехотной штуки у областной библиотеки, где сделали целый такой спектакль, что одразу все поверили в этот такой незвычайный початок, и потом все были такие, здається, навіть у захоплении. То можно и традиционное вот это получать, и такое новаторское, которое вот любит молодь. Сегодня в студии много молодежи. Интересно ваше мнение. Итак, библиотека будущего. Какой должна быть? Какой она есть сегодня? И что необходимо, чтобы сюда все больше и больше приходила молодежь? Я, так сказать, представитель молодежи, и сказал бы, что библиотека сейчас действительно это не просто склад или хранилище для книг. Это место, куда молодежь должно тянуть, куда ей хочется прийти, как кто-то сказал, на тусовку. Место, где человек может себя выразить. Как я, к примеру, попал? Мне хотелось сделать выставку, выразить себя. Я искал место. Зашел в библиотеку, меня поддержали, мне дали возможность. И потом меня, так сказать, затянуло туда. Я посмотрел, что можно там самореализоваться. То есть сначала был профессиональный, скажем так, интерес, да? А все-таки потом и читательский. И читательский в том числе. Я открыл для себя, мне было даже удивительно, что можно столько найти там интересного для себя. И я участвовал потом много раз и в концертах, и мероприятиях, и вообще был удивлен, что библиотека – это скорее центр культуры, чем просто склад. Отдельная тема для разговора – связка «Дети и книги». Как маленьких читателей привлечь в библиотеке? Продолжим тему с экспертом программы, заместителем директора сети публичных библиотек Гомеля Жанной Евдаченко. Детское чтение – это достаточно сложный феномен, на который влияет ряд факторов. И вот сегодня эти факторы прозвучали, в принципе, в ходе нашей дискуссии. Это, конечно же, и школьное образование, это наличие книжной среды, в идеале в семье, вот, наличие в шаге доступности публичной библиотеки с хорошим фондом и профессиональным персоналом, а также интересными формами работы. Это и наличие рядом руководителей детского чтения, это те же родители, педагоги, библиотекари. Естественно, средства коммуникации, в том числе и тот же интернет. Это все составляет
благоприятную социокультурную среду для развития детского чтения. И мы, как публичные библиотеки, вот в данный момент пытаемся в двух направлениях работать. Первое – это вот создание внутри библиотеки, это благоприятной социокультурной среды. И мы акцент делаем на организации библиотечного пространства, притягательного для детей. Это, кстати, вот в соцопросе вашем тоже звучало, какую библиотеку хотят видеть внешне. А дети тем более с их визуальным восприятием мира. И вот у нас буквально за последние несколько лет открылось очень много интересных детских отделов, которые оформлены совершенно индивидуально. Это экологическая вот, тематика, насколько я знаю. Это зеленая библиотека в прошлом году мы открылись, где можно не только с хорошей книгой о природе познакомиться, ну и изучать животный мир по фрескам на стенах. Или вот сейчас на проспекте Октября мы открыли библиотеку в таком национальном колорите белорусском. Мы построили для детей книжный замок. И там, конечно, присутствует белорусская литература, акцент сделан на белорусских легендах, сказках. Вот. У нас очень интересные именные библиотеки. Библиотека Виктора Дагунского, где построен дворик Дениса Кораблева. Или библиотека имени Самуила Маршака, тоже очень интересно. Для того, чтобы люди приходили в библиотеке, особенно с детьми, семьями, нужны и интересные материалы, и, конечно же, толковые проекты, которые станут толчком к посещению. Конечно. И вот поскольку мы библиотека детская, мы решили этим воспользоваться. К тому же имя носим мы известного детского писателя Маршака, и мы решили, что все-таки оформление, оно очень важно, особенно оформление детской библиотеки. Холл первое, что встречает ребенка, человека, который приходит в библиотеку. И вообще от оформления его в целом будет зависеть восприятие библиотеки. И вот наша библиотека – это дом, где поселились герои Маршака. Все стены у нас раскрашены героями произведений Маршака. Это герои азбуки, это человек рассеянный, это известная дама из стихотворения «Багаж», это стена, на которой сидел Шалтай-Болтай. Даже стены у нас заговорили стихами Маршака, и они помогают сделать наши мероприятия наглядными, яркими, красивыми. Очень много мам с малышами просто приходят полюбоваться вот этими стенами и становятся нашими читателями. Если говорить о том, что вот детская аудитория, она все-таки особенная. Она хочет чего-то яркого, необычного, волшебного. И это волшебство мы им предоставляем вот с помощью театрализованных представлений, которые готовим в своей библиотеке. Если это мероприятие, то обязательно «Карлсон с малышом». Если это Новый год, то это «Дед Мороз со Снегурочкой». То есть это должно запомниться детям, и они должны вернуться опять сюда, к нам. И еще хочу сказать, что, конечно, еще очень важно, как ребенка встретят в библиотеке. Вот этот первый визит ребенка в библиотеку. И если с ним будут доброжелательны, вежливы, ему расскажут, где что взять, где положить. Если его не напугает та обстановка, куда он попадет, здесь вот он видит любимые игрушки, любимые рисунки, книги, он сюда вернется. И действительно, вот когда эти все слагаемые совпадают, мы не потеряем этого читателя, он будет нашим читателем. Вы знаете, многие зрители сейчас для себя сделали открытие не только о новых точках интересных библиотеках в Гомеле, но еще и о том, что библиотекарь — это еще все-таки профессия, которая отнюдь не связана с тем, что такой легкий, размеренный, спокойный труд. Я в Увару еще поехал в школу, значит, и там библиотекарь в школе просто изумительный человек. Не зря Лихачева называл, академик Лихачева называл библиотекаря последними святыми. Вот. За малую зарплату, значит, они несут такую адскую нагрузку. И быть культурными, и предложить то, что надо, и прочее. И там такой изумительная старушка-библиотекарь работает. Я им привез потом где-то больше 50 книг. И самая интересная реакция была библиотекаря. Она заплакала. Она просто плакала. Говорила, это для нас просто изумительный подарок. Так вот, я хочу добавить к тому, что здесь высказываются профессионалы. Значит, проблема чтения, она все-таки находится, да, родителей можно бесконечно критиковать, вы правильно здесь заметили, что родители сами могут не читать, но школа, вот оттуда надо начинать, школьные библиотеки. Я бы на вашем месте вообще следующую передачу посвятил школьным библиотекам и чтению, как приучают ребенка к чтению, потому что, к сожалению, значит, вот я думаю, если статистику взять и по областной библиотеке и так далее, то может оказаться, что очень мало там учителей читает. А все-таки для любого учебного заведения, вот Иван Федорович может подтвердить, как для театра, театр начинается с вешалки, так любое
учебное заведение, школа, там среднее учебное заведение, университет начинается с библиотеки и профессуры. Библиотека и учитель. Вот в чем корень зла находится. Вообще, как мне кажется, все начинается с инициативных людей. И в тему есть еще один пример. Если не ошибаюсь, опять же, вам принадлежит идея создания в Гомеле музея редкой книги и музея автографа. Как эти проекты прижились в областном центре? Не востребованы? Интересовались? Отслеживаете ситуацию? Да я не придумал. Это был ответ на то, что назрело просто. Нам надо наблюдать за читателями, у читателей больше спрашивать нужно, и потребности определять. Сегодня маркетинговые все технологии настроены и в магазине, и прочее, значит, они настроены на покупателя. Библиотека должна все время быть в диалоге с читателем. И тогда будут ответы, вот как на улице были ответы, с каждым читателем современный библиотекарь должен беседовать, что тебя не устраивает, каким ты книги хотел и прочее. Я вот хочу еще один момент сказать, отрицательный, значит, это по комплектованию библиотек. Когда зайдешь в книжный магазин и в библиотеку, есть очень большая разница. И по специальной литературе и так далее. Поэтому при библиотеках должны быть читательские группы экспертов. Вот, допустим, вот сидит эксперт-филолог. Значит, он бы мог со своими коллегами вполне сделать отбор литературы, которую нужно в библиотеке купить. Приобрести. Мы же понимаем, что все упирается в финансы, об этом уже говорили. Не только в финансы. У нас есть издательства и так далее в нашей республике, которые хотят сбыть литературу, где они ошиблись в изданиях, в тиражах. Ее надо в библиотеку сбагрить. Гарантированное финансирование, и в библиотеку поступает очень много книг, которые ни разу не взял читатель в руки. Марина Сергеевна, все же спросом интересуетесь, что нужно читателю? Конечно же. И вот Валерий Степанович совершенно прав. Вот мы отрабатываем наши прайсы вместе с нашими преподавателями. Ну, в частности, с преподавателями наших вузов на научную и учебную литературу. Ну и читатели спрашиваются наверняка, что бы хотели. И читатели. Есть такие тетради отказов, в которые библиотекари записывают ту литературу, которую читатели хотели бы видеть в библиотеке. Музей редкой книги в Ленинке создавался на основе книжной коллекции князей Паскевичей. Как удается сегодня пополнять фонд этого музея? Музей редкой книги состоит из трех коллекций. Это коллекция князей Паскевичей, коллекция редких книг и миниатюрных изданий. И кроме того, мы собираем и некнижные материалы. Это и книжные закладки, карманные календари, елочные игрушки и различные коллекции. Каждому нашему гостю мы говорим о том, что у него есть уникальнейшая возможность оставить свой след в истории библиотеки. И а вот желающих, интересно, много? Желающие есть, конечно, Александр. И как раз таки коллекция нашего музея пополняется благодаря дарам. Вот один из последних даров – это книга «Осьмогласник» 1849 года. Валерий Степанович, а вам, как инициатору этого музея, доводилось выпрашивать, выискивать, доставлять? Я вообще придерживаюсь такой точки зрения, когда возникает общественная или культурная потребность, то я вспоминаю Мао Цзэдуна, который сказал: «К удовольствию через силу». И вот, значит, я просто наступаю и по музейным экспонатам, и по книгам. Если я только узнаю, у кого есть что-то такое, что нужно отдать, я сразу его беру, как бы говорят, за горло и требую: отнеси туда. Хорошо, пример в тему разговора. Ну, знаешь, что гонялись за серией микрокниг. Миниатюрных изданий. Да, был такой момент. И мы приобрели библиотеку, такую готовую коллекцию великолепную. Вообще, я хочу сказать, что вот наша библиотека, она обрастает музеями сейчас. И это должно продолжиться. И это все связано с книгой. И когда придет время, я уверен, что в библиотеку не попадешь, как на концерт популярного эстрадного певца. Если вот это все будет у них в комплексе сделано, то, что они задумали, доведут, придет новый библиотекарь, такой с комплексным таким развитием всесторонним, значит, туда просто все будут ходить. Просили зрители нашей программы в соцопросе виртуальный читальный зал.
И это тоже есть сегодня? Да, Александр, вы совершенно правы. Есть такой виртуальный читальный зал в нашей библиотеке. Сейчас очень много издается книг, периодических изданий по различным отраслям знаний на различных языках. И, конечно же, приобрести все это в библиотеку невозможно. Поэтому наши российские и зарубежные коллеги работают над созданием электронных баз данных, которые, вот, например, как Интегрум, ЭПСКО, университетская библиотека, мы приобретаем через Национальную библиотеку нашей республики и предоставляем бесплатный доступ всем желающим пользователям. Хочу сказать, что очень удобная университетская библиотека. Это база данных, адресованная нашему студенчеству. Зарегистрировавшись у нас с нашего компьютера в библиотеке, ею можно пользоваться даже дома. Сегодня созданы условия и для работы с незрячими и слабовидящими. Расскажите вот об этой системе. Развитие информационных технологий облегчает и адаптацию этих категорий. Ведь пользователи в библиотеку, да, конечно же. И 3 декабря 2012 года в отделе абонемента нашей библиотеки был открыт тифлоуголок, а через 2 года подобный же тифлоуголок был открыт еще в одной городской библиотеке, которая расположена в унитарном предприятии «Светотехника». Эти уголки, они снабжены компьютерным специальным и программным обеспечением, который позволяет адаптировать тексты с помощью либо синтеза речи, либо многократного увеличения как раз-таки для этой категории пользователей. Кроме того, уголок нашей библиотеки снабжен рельефно-брайлевским принтером, который позволяет печатать тексты как шрифтом Брайля, так и с соответствующим рельефным изображением, которое доступно для этой категории пользователей. Сколько всего интересного, Марина Сергеевна. Еще буквально коротко, не могу не спросить, сегодня библиотеки и библиотекари еще и авторы книг? Да, ведь у меня в руках вот эта книга. Называется она «Живая память моей семьи». Эта книга написана сотрудниками нашей библиотеки, членами Союза писателей Олегом Ананьевым, Юрием Максименко и молодым литератором Юрием Рачинским. Написана она на основе материалов, собранных библиотекарями нашей области. В Беларуси, как известно, нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. И именно истории, эмоционально окрашенные истории художественные, и размещены в этой книге. Татьяна Анатольевна, другими словами, сегодня современная библиотека – это не только место хранения книг и место, куда приходят читатели, но еще и своего рода социокультурный центр, не так ли? Этот год – год культуры, и очень много запланировано мероприятий, и не только запланированы, и уже проводятся, реализуются проекты. Кстати, вот в этом году Гомельщина принимает очень большой праздник – республиканский, День белорусской письменности. Он пройдет 4 сентября в Рогачеве, и в нем примут самое активное участие и все библиотечные сети области, и областная библиотека. Ну, и я уверена, что литературный потенциал Гомельщины будет представлен на очень высоком уровне, потому что нам есть чем гордиться. Вот как-то Иван Федорович выступал и говорит, а в Гомельской области 4 народных писателя. Ну, об этом я знала, но то, что в Брестской области ни одного, вы знаете, за Гомельщину так отрадно и гордостно стало. Знаете, я просто уверен, что все получится, потому что даже если смотреть наш зал, столько людей, у которых горят глаза и которые с такой любовью рассказывают о своем деле и вообще в целом о библиотеках, все будет здорово. Иван Федорович, ориентир правильный, библиотека не только место, где люди приходят для того, чтобы почитать книги. Это сегодня современный культурно-просветительский центр. Так, безумовно. И треба и развивать в этом направку. Но не только, тут правильно говорил Валерий Степанович, чтобы не перетворить в некие такие кабареты, казино, не дай Боже. А чтобы заховались вот эти классичные традиции. И поруч тут новаторство. Достаточно популярно у молодежи такое направление, как квесты. Библиотеки и здесь не отстают. Есть дополнение из зала. Елена Гаврилова, зав. Отделом обслуживания Центральной городской библиотеки имени Герцена. Квесты в библиотеках – это реально? Это не только реально, это уже несколько лет реально. Буквально с 2012 года в библиотеке Герцена эту форму для молодежи опробовали. И, как вы думаете, начали мы с чего? С белорусской классики, с новой земли. Новая земля – Terra Incognita. И
это настолько влекло молодежь, это так понравилось, что мы продолжаем традицию квестов каждый год. Буквально вот в этом году мы провели квест по Мележу. Вы все знаете, что он наш земляк, и его юбилей был. И каждую библионочь мы практически тоже проводим квесты. А исходя из того, что это настолько популярно у молодежи, что мы решили, что мы можем это сделать, кстати, пожалуй, ни в одной библиотеке Беларуси нет, на постоянной основе. У нас теперь есть квест, который действует постоянно. Называется он «В плену подземелья». Расположен он на территории нашей библиотеки. Что, прямо в подземелье? Прямо в подземелье. Да, и который уже посетили более 300 человек. И мы рассчитывали, мы писали 14+, но оказывается, эта форма интересна не только молодежи. Приходят и семейные пары, и мамы, и приходят и люди возрастные. Им интересно, чем же теперь увлекается молодежь. И ищут тот заветный ключик, чтобы выйти наружу. Но я хочу сказать, что эта форма тоже форма пропаганды книги, потому что буквально все книги, все квесты основаны на книгах, на литературе. И знание книг, литературы помогает найти этот же ключик, решая какие-то ребусы, задачи, головоломки, вспоминая литературных героев. Это увлекательно, это интересно, это здорово. Говоря о молодежи и библиотеках, есть еще один показательный пример в тему разговора. Проект «Поколение мы». Есть дополнение из зала. Пожалуйста. Библиотекарь первой категории отдела периодических изданий областной библиотеки имени Ленина. Крылова Светлана. Мы работаем уже второй год в рамках молодежного библиотечного проекта «Поколение мы». Вся деятельность распределена на 5 своеобразных тематических блоков. Это время действовать, волонтерская деятельность, время читать, популяризация чтения, время жить и быть здоровым, сохранение семейных ценностей и пропаганда здорового образа жизни, время творить, развитие творческих способностей, время узнавать, информационное просвещение. В тему волонтерской деятельности, а ей в этом году мы решили уделить особое внимание, в феврале прошел форум волонтеров у нас в библиотеке, на который были приглашены представители различных волонтерских организаций города Гомеля. Они смогли пообщаться, обменяться мнениями, наметить какие-то проблемы и пути решения этих проблем. На этом форуме был дан старт благотворительной акции «От дня добра ко дню счастья». На нашем сайте и в социальных сетях мы разместили информацию, и поэтому каждый желающий мог в течение месяца принести канцелярские принадлежности, книги, игрушки для воспитанников Гомельского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Мы сделали небольшой импровизированный концерт и вручили подарки ребятам. В общем, список добрых дел, я так понимаю, достаточно значительный. Задачу, которую ставите себе на ближайший год, это какая? Ну, во-первых, развитие нашей группы ВКонтакте «Ленинка», потому что, как оказалось, она очень интересна не только гомельчанам, жителям нашей республики, но в том числе и, предположим, даже американцам, потому что недавно был такой интересный случай. Молодой человек из Америки прочитал наш пост и захотел приобрести эту книгу, которая находится в нашей библиотеке. Ваши проекты помогают привлечь молодежь в библиотеке? Несомненно. Особенно это очень полезно и популярно у творческой молодежи. Меня мать была учительницей, и поэтому книга для меня существует, ну, что называется, с самого раннего возраста. А поскольку я человек уже, ну, по возрасту, то я помню, как еще на стадионе «Локомотив» была библиотека, был деревянный кинотеатр, а первый этаж занимала библиотека. И вот именно с того детства я стал читателем той библиотеки. Ну, а дальше школьная, городская, областная библиотека. Вы знаете, для меня библиотека – это часть жизни. Хорошо. Вот. Вам-то, скажем так, повезло. Сложилась так судьба, что книга всегда была рядом. А как быть тем, у кого такой возможности не было, и знакомство с книгой состоялось, ну, в лучшем случае, в старшей школе? Сначала в библиотеку должны прийти дети,
желательно раньше. И не только в школьную, но и городские библиотеки. А потом они будут ходить. Что же касается меня, то даже дипломную работу я писал, по сути, в областной библиотеке. Хорошо, сегодня получил... вы являетесь автором многих проектов совместных с библиотекарями. Буквально тезисно о них. Да, а получив какие-то знания, ну что, я делился этими знаниями и продолжаю делиться. То есть, думаю, что космические наши проекты, посвященные различным космическим датам, и астрономические проекты, это и областная библиотека. Что это речь идет в первую очередь о теории, никуда улетать не собираетесь? Нет, ну, собственно говоря, если, скажем, мы используем такое понятие, как тротуарная астрономия, конечно, мы не летим в космос, но возможность прямо с улицы Советской посмотреть звездное небо в телескоп, согласитесь, это не так уж и плохо. Это тоже увидеть, можно сделать в библиотеке? Увидеть на экране в зале библиотеки или в городской библиотеке Герцена, у нас такое уютное помещение, где вот мы проводим наши мероприятия «Планетарий» в библиотеке, тоже. Тем более, что, понимаете, вот, может быть, не все и согласятся, но ведь и астрономия, как наука, это наука, которая впитала, по сути, в себя всю историю всего человечества. Кстати, даже Герцен писал свою дипломную работу в Московском университете по астрономии. Поэтому в общем, приглашаете читателей на ваши мастер-классы. Астрономия – это и наука, и культура, и образование. И, конечно, это книги. У меня очень, у самого очень много книг. А еще и научная фантастика, к сожалению. Спасибо, спасибо за вашу работу. Спасибо. Сегодня в студии на Пушкина 8 актер Гомельского областного драматического театра, автор сценариев и постановщик спектаклей Сергей Позняк. Сергей Сергеевич, рад видеть, подключайтесь к разговору. Когда шла вот эта дискуссия, разговор, я вдруг вспомнил ушедшую свою многолетнюю партнершу, народную артистку Корнееву, с которой мы проездили всю область, со своими спектаклями. И в каждом городке, где мы бывали, она обязательно посещала библиотеку. До конца своих дней она читала, учила и мечтала выступить со своими программами. И был такой забавный случай. Это был то ли в Рогачеве, то ли, не помню уже в каком городке. Я жил в одном месте, она с молодой актрисой жила в другом месте. И вдруг та молодая актриса прибегает ко мне и говорит, что с Корнеевой? Я говорю, а что такое? Посмотри, что она написала. Лена, я пошла на панель. А когда останется время, я зайду в библиотеку. Я знаю, что достаточно тесно сегодня сотрудничаете вы с библиотеками. Как появился театр в библиотеке? Какой он сегодня? Дело в том, что я приглашенный человек. Театр существует, по-моему, уже более 16 лет. 17 вот. Лет. Речь 17... идет о театре в областной библиотеке имени, да, Ленина. Да. И нужно сказать, что это единственный библиотечный театр в Республике Беларусь. Здесь невероятно приятно работать, потому что тебя окружают взрослые, интеллигентнейшие, талантливейшие люди. И когда кто-то раскрывается с какой-то новой грани, это ты испытываешь колоссальное счастье. Тем более, что никого не надо загонять, никого не надо упрашивать, люди сами. И самое, наверное, интересное то, что вот уже несколько постановок мы сделали по пьесам, которые написали сами сотрудники библиотеки. Это спектакль, посвященный Фаине Раневской. Вот сейчас вот мы только что выпустили постановку, посвященную Чернобылю, которую, если Раневский написал Олег Ананьев, то Юрий Максименко написал о Чернобыле по своей, как бы, истории. Вот. Поэтому для меня каждый приход в библиотеку, в этот чудесный актовый зал,
к этим чудесным, очаровательным, интеллигентнейшим людям, это для меня буквально праздник. Театр в библиотеке – это помогает привлечь новых читателей? Или же в данной ситуации об этом речи не идет, это не первостепенно? Мне кажется, все это в комплексе. Конечно, это притягивает, потому что я уже заметил по зрителям, что уже есть постоянные зрители, причем самого разного возраста, и с детьми, и пожилые, и студенты. Вот. Раз есть зрители, будут и читать. Конечно. Знаю, сегодня не менее популярны у читателей и посетителей библиотек встречи с служителями Православной Церкви. Слово эксперту программы, отцу Саве. Добрый день. Здравствуйте. Я служу в Никольском монастыре, и мы уже достаточно много лет сотрудничаем с библиотекой Герцена. У нас разные формы работы. Мы проводили совместные выставки. Остановились в последнее время на двух наиболее живых формах работы. Мы проводим ежемесячный вечер, который называется «Круг чтения». Он приобретает форму или лекции. Я читаю лекции, например, о каком-то авторе. Это всегда светский автор. Гомер, Вергилий, Булгаков. Последний вечер был посвящен Пушкину. И иногда это литературные музыкальные вечера. Вот «Вечер Пушкина» назывался у нас, «Вспоминая Пушкина», мы просто из великого удовольствия декламировали поэта наизусть, что-то даже пели, и это вызвало необыкновенный отклик у народа. Даже просили еще один такой вечер провести, потому что у нас нету мест в городе, где бы могли вот собраться и почитать стихи, потому что это особое совершенно состояние, измененное состояние сознания, когда ты читаешь стихи, и тебя слушают люди. Отец Сава, а как же тема церкви, веры, это тоже присутствует? Вы знаете, это очень близкие вещи, потому что библиотека, благополучие библиотек – это вопрос национальной безопасности. Когда фашисты захватили Минск, они первым делом взялись уничтожать библиотеки и ввозить все ценности, потому что библиотека, она обосновывает нашу культуру, нашу нацию. Это фундамент, к которому нация всегда обращается, чтобы убедиться, что мы действительно есть, нам есть чем гордиться. А наш разговор о библиотеках последние десятилетия приобрел в тональность апологии. То есть библиотекарь постоянно оправдывается. Библиотека нужна. Мы вот и формы работы такие проводим. Да, посмотрите, как стараются библиотекари. Это действительно адский труд. Я могу, даже, наверное, и не могу себе представить. Библиотека минирует наше будущее. Понимаете, Пушкин состоялся благодаря тому, что у его дяди была блестящая библиотека. И он ее к 12 годам практически всю прочел. Мы мыслим маленькими, очень хронологическими расстояниями. Это неправильно. Нам нужны люди стратегического мышления, которые понимают, что библиотека – это тот заряд, который закладывается в нашей культуре на 100-200 лет вперед. И если когда-нибудь в этой библиотеке новый наш Пушкин, маленький мальчик, прочитает книгу, которую бережно хранили библиотекари, и которую, может быть, кроме него никто в руки не брал. Это уже оправдывает наличие библиотек, и на это то нельзя щадить денег. Ни сил, ни денег. Но еще один вопрос остается, конечно, культура чтения. Это тоже вопрос национальной безопасности. Но это отдельная тема для разговора. Отец Сава, и буквально коротко, вы как человек читающий, человек, который постоянно развивается, знаю об этом не понаслышке, как относитесь к тому, что сегодня все-таки молодое поколение не все читающее, отнюдь не все. Это ведь проблема, об этом частично говорили. У нас ведь в истории нашей были периоды, когда читали только аристократы. Но после Октябрьской революции... Об этом мы говорили в начале программы. После Октябрьской революции был необыкновенный взрыв, всплеск интереса к чтению. Этот энтузиазм, он закончился. Почему закончился? Потому что сменились приоритеты в нашей культуре. Приоритеты формулируют, ну, я образ такой платоновский использую, мудрецы. И нам очень нужны мудрецы, которые бы могли найти правильные способы поддержания любви к чтению. Потому что человек, который не читает, он становится объектом манипуляции. Причем манипуляция не со стороны своих предков или своего государства, а со стороны людей совне. Я маленький пример приведу. Решение такой проблемы в Италии. Один педагог, Франко Нембрини,
преподаватель итальянской литературы, создал общество Данте Алигьери, благодаря тому, что начал читать лекции о Данте, о Божественной комиссии для домохозяек. И сейчас это общество в основном представлено молодыми людьми, школьниками. Чтобы вступить в это общество, нужно обязательно знать наизусть хотя бы одну из песен Божественной комедии. Раз в год они проводят такой фест, когда целые сутки читают вслух, декламируют на какой-то площади во Флоренции молодые люди Данте наизусть. Суток не хватает, чтобы все желающие пробились и могли осуществить вот это уникальное действие. Понимаете, это очень красиво. Если показать людям, что это красиво, заразить их будет красотой эффект чтения. Конечно. Пусть таких примеров будет больше. Татьяна Анатольевна, думаю, согласитесь, хорошая тема программы в год культуры. Какие проекты в год культуры библиотеки Гомельщины готовят для наших читателей? Что-то новое и уж очень интересное планируете? Вы знаете, что проектов очень много, и не хватит целой программы для того, чтобы рассказать о всех. Но их всех объединяет одна цель – это развитие и популяризация чтения. Популяризация лучших образцов как художественной литературы зарубежных стран, так и нашей, отечественной. Ну вот для примера я бы хотела привести проект Светлогорской библиотечной сети. У них корпоративный образовательный проект уже реализуется несколько лет. И суть его в том, что молодые люди, школьники, во время летних каникул читают, обсуждают прочитанное, промежуточные итоги подводятся, они соревнуются, кто больше почитал. Но самое главное в том, что когда подводится финальный итог, этот ребенок имеет возможность во время учебы уже получить на балл выше оценку по русской литературе или по белорусской литературе. Поэтому вот он вложил в свои силы, вот он получил результат. Вот таким образом мотивируют к чтению. Ну, хотелось бы еще рассказать, как один из примеров, пример работы маленькой библиотеки сельской. Что тоже показательно, конечно, потому что, по большому счету, те, кто смотрели программу нашу, понимают, что особенно в Гомеле, ну, каких только проектов нет у библиотек. Приходи, да, чтобы читай, не повторяться, смотри, я про них уже рассказывать не буду, да. А вот у большой сети, конечно, больше возможностей. А как работает маленькая библиотека? Вот в Гомельском районе есть небольшая библиотека Климовская. Там очень интересная сама библиотека работает. Люди, которые там живут, все друг друга знают. Они участвуют во всех абсолютно мероприятиях. И в конце года подводится такой итог, и читатели удостаиваются победителями в различных номинациях. Читатель года? Лучший читатель, прочитавший там, самый щедрый читатель. Ну, это уже насколько хватит фантазии у библиотекаря. В маленьком населенном пункте это интересно, почетно. Итак, подводим итог. Библиотека будущего какой должна быть? Что необходимо, чтобы она была востребована у читателя? Александр, прежде всего, подводя итоги нашему сегодняшнему разговору, нужно развиваться. Действительно, нужно развиваться и библиотекарем, развивать и библиотеку. Делать библиотеку таким еще более, наверное, креативным, интеллектуальным, культурологическим пространством нашего города, чтобы вот действительно, попав однажды, от нас просто не захотелось уходить и захотелось жить у нас в библиотеках. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До скорого!